apocalypse. Здорово всем, и сегодня мы продолжаем играть с Лэнди Пузики, мультиплеер версии 1.295, и сегодня я играю на своем сервере, Играю я на режиме Infection. В общем-то так. Давно не было у меня Infection на канале, в общем-то так. Так что присаживайтесь поудобнее, будет угарно. Досмотрите этот видос до самого конца. Вот. Но надо его досмотреть внимательно, потому что я в конце буду... Ну, где-то в каком-то моменте я расскажу про фильм. Так что вот, буду ожидать своих игроков, и вот... Какой-то хэдри какой-то зашел, неважно какой. Он мне не пишет ничего или нет? Ну, сейчас позырим. Ну, ладно, в общем-то, вот. Так что присаживайтесь удобнее, мы погнали. Опа! Какой-то чувак зашел. Ну, в общем-то, так. Ну, в общем, наверное, паузу здесь не буду ставить. В общем-то, так. А сколько игроков-то зашло? 210 зашло, нихера себе. Был в ролике у меня. Но если я ничего не буду писать по поводу... Блин, я после третьего раунда буду. И это после третьего раунда. В общем-то, так. Я такой уникальный фильм хотел сделать. Про телепузиков. Такой же в этой игре фильм хотел сделать. Называется Slendytubbies 3. Компания Паши. Ой, блядь, а ты откуда взялся? Тут взял корону еще на голове надел. Вот, называется Slendypuzzyki 3. Паша, меня перебивают, задолбали уже. Компания Паши, DLC. Я не знаю, почему DLC, и я просто такое охрененное, уникальное название сделал. Типа Паша 437. Ну, в общем-то так. Я просто хочу сделать свой фильм. Ну и я хотела сделать свой фильм на этой игре про меня, короче. Вот. Все, что там вытворяло, это понятно. Ну, знаете, что с чего фильм? Это только 21 июня будет этот фильм. В общем-то так. 21 июня. Я вам скажу, с чего начнется фильм. А фильм будет начинаться с того, что как бы я гулял по своим делам. В общем-то так. Еще что там было там. Гулял по своим делам, и вот. Как бы я шел по своим делам, блин, занимался своими любимыми делами. Кушал конфетки с печеньем. И вот. Не, такого не будет, блин. Это я обещаю, такого не будет. Так, привет. Наверное, мой друг будет играть в эту игру, я не знаю почему. Типа, я гулял своим делам. А потом я встретил Миху. Миха — это мой дружган. Он тоже в этом, в этом основном земле бегает. Потом я говорю, Миха, чем ты там занимаешься, вот таким вот образом, я ей скажу. Еще один какой-то игрок зашел, непонятно какой, но это пофиг. Хигришки тебе. Вот, как бы, я встретил Миху и говорю, чувак, ты что здесь делаешь? На Миху мне спрашивают, гуляю по своим делам, как делихи. Вот. Ну, а мы познакомились с ним как-то, не знаю. Что мы были знакомы с этим... 9 класса, по-моему, я знакома с ним. Вот. Я ему говорю, что... Это... я хотел посмотреть, что произойдет с этими телепузиками, которые обитают в этом лесу. Я знаю тебя, Паша. В смысле, знаешь? Я твой подписчик Арсений вверху, и я еще на твоего друга подпишу, на Лешу. А, да, блин. Кажется, он меня нашел. Я знаю. Я тебя знаю. Вот. И фильм будет... мы, пойдем по своим делам. Будем наблюдать за телепузиками, которые... что-то могло произойти. Я по своим делам. А это кто такой, корона? Баг. Какой баг? Вы что, гоните, что ли? Ой!
Так, ну, в общем-то, иди в жопу. Так, а как ты не умер-то? У меня вопрос такой. Дэдпул, почему ты крашнул тот сервер? Это же я тоже снимаю. Нифига себе. У него канал-то вообще есть на своем канале? Я не понимаю, о чем это он базарит. В общем-то, фильм будет начинаться с того, что как бы... Ну, короче, я это уже говорил. Что я гулял по своим делам, встретил Миху. Сказал, что мы должны наблюдать за телепузиками. Что-то должно... Посмотреть, что там должно что-то плохое случиться. И вот... Вот, когда... Мне тоже снимать. А, даже ни хера себе. И я снимаю уже давно. Я уже давно снимаю. Просто нет никаких звуков и эффектов. Но если я найду какой-нибудь угарный момент, там, например, вот здесь вот, то я уже давно снимаю. Да, я уже тоже давно снимаю здесь. Ну вот. Ну, как бы я снимал бы... В общем-то... Приготовил себе после того, как прошло 2 минуты, телефончики уже начинают есть, типа уже типа поговорить, типа все теперь осталась моя очередь есть заварной крем. В общем-то так и получилось все, что вот когда уже потемнело, потом мы с Михой услышали у дома телепузика каких-то странные звуки. У дома телепузика. Вот. Блин, попал! Тут аж 3 человека снимают, офигеть, ага. Ага. Это что еще за сватик? Еще читер какой-то зашел на север. Он крашнул серф. Ко. Здорово. Дон читер! Так. Ну ладно, не будем здесь. Ну если он пускаем выйдет, я никак... Слэш! Урод. Молодец, взял красную север, антикик хренов. США, короче. Короче, вот. Это в первом главе. А чё, это очень хорошо, только Паша Эдишн. Ну чтобы вы знали, что за версия такая, не знаю. А какого хера он тут застыл, я мне не понимаю. Ах, черт. Ну, в общем-то, так. Ну, в общем-то. Как для я себе... Ну, типа, как мы хотели пойти за Тинки-Винки. Тинки-Винки. В общем-то, мы увидели, что подходит По. С Лялей. В общем-то, так. Ой, ну... Да, блин. Ни одного килла не набрал. Опять проходит, задолбали. В общем-то, фильм, типа, они вышли, а мы, типа, от них спрятались, чтобы они нас не заметили. Типа, мы скрытные агенты. Я ему говорю, Миха меня спрашивает, типа, а какого фига мы от них прячемся? Я ему говорю, типа, что эти парни не должны нас видеть. А Миха мне говорит, почему? А я ему говорю, потому что они упадут в обморок. Вот так вот. Ну просто типа вот. Не, надо подождать, пока не уйдут. Да господи, опять что ли? Опять? Что ли? Что-то вообще подлагивает, алло. Я же не браузер-то не выключил. Ну ладно. В общем-то, что я не говорил-то? Кто там дома? Вот, как бы фильм будет начинаться, ну вот. В общем-то. Ой, а ты тут куда взялся? И все что ли? Охрененный инфекшн, блин, просто. Читерский инфекшн у нас появился. Он не может взять красный сервер. Вот если бы я зашел бы на моторский сервер, там вообще было... Класс. А чё, все вышли, что ли, кроме нас? Ну какой хер меня просто берут и убивают? Ну какой урод ты делает? Тупые уроды, блядь, ненавижу, блядь. Одни крысы, одни читеры играют в эту игру, блядь.
Все, идем на другой сервер. Короче, все, иди нафиг, дорогие. Просто беру нахер. P437, вот так вот будет. Ну, в общем-то, так, ну смотрите, просто беру. У меня будет сервер называться P437 снимает, и все. Не, просто. Просто P437 и все. Потому что это, блин, капец какой-то, я не могу уже. Ну, если. Хм. 13 минут длится. Ну ладно, не буду, конечно же, в общем-то. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Еще что будет в мультфильмах, я вам еще скажу. Так что спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте и всем пока.